Атака на жадных капиталистов два месяца спустя. Очередная попытка оккупировать Уолл-стрит закончилась столкновениями с полицией. Около 50 манифестантов были арестованы, в основном с формулировкой «за оказанное сопротивление». Участники акции планировали не пустить на работу сотрудников Нью-Йоркской фондовой биржи, однако стражи порядка баррикадировали улицы делового квартала и, не раздумывая долго, пустили в ход дубинки. Стартовавшая здесь 17 сентября акция за два месяца охватила другие штаты, страны и континенты, а недавно в массы был запущен новый девиз «99% против одного». Его авторы утверждают, что экономические рычаги власти несправедливо оказались в руках алчного меньшинства капиталистов.